Добрый день, с вами Татьяна. Переставили с мужем вот эти вот растяжки на окошко в спальне. Здесь в основном с утра солнышко, а в течение дня тенек. И здесь мы окошечко открываем. Тут не так жарко, хорошо им. Вот. Так, и вот сюда вот в большую комнату переставили перчики, баклажаны, но я хочу сказать, после лаврового листа прям так хорошо. Я даже эти лоточки приносила, мошки не видела. И мне кажется, даже после этой настойки как-то им получше стало. Как-то они стали позеленее. Ну, может быть, это дало вчерашнее солнце. Вчера они у меня стояли целый день в спальне с открытым окном. Сейчас у меня здесь вот тоже окошко открытое, чтобы они не вытягивались. Даже поставила небольшие помидорчики сюда. Вот. У баклажан вчера больные листья посрезала, чтобы они меня не смущали. Вот. А также сегодня прищипнула хризантему. Стала сильно вытягиваться, чтобы она пошла давать пасынки, боковые побеги, кустиком росла. Ну и платикодон тоже поприщипывала. То растет как килька непонятная. Вот, вот так вот у меня сейчас растение выглядит. Все переставляла. Помидоры уже поставила без подсветки. Некоторые от подсветки начало у некоторых, кто повыше, поджигать листики. Вот здесь вот немножко опалились именно от подсветки. Вот, ну и здесь попрохладнее, вытягиваться не будет. И сейчас после 12 здесь уже будет солнышко. И до вечера им хватит. Вот, таким видео хотела поделиться. Ну, на этом все. Пока-пока.